Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня такой майнер ВООД без вложений. Значит, так вот он выглядит. Мы меняем ваше время на деньги. Значит, сюда вкладывать не надо ничего. Лично я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Это типа рублевого майнера. Значит, зарегистрировать учетную запись, значит, имя, логин, пароль, повтор пароля и подсказка для пароля. Ну, на случай, если вы забудете свой пароль. Нажимаете «Зарегистрировать», вы входите в свою учетную запись. Я же войду. Уже здесь зарегистрировано. Значит, пополнять, как я уже сказала, не надо. Это типа рекламной площадки. Но здесь доход час нам начисляют 5 копеек в час идет. Вот у меня уже 10 копеек. Вот баланс для вывода. Так. И даже, как они тут пишут, находиться здесь не обязательно. Значит, просто время от времени периодически заходим и получаем доход. И начисляют нам 5 копеек в час. Так, значит, вот у меня баланс. Так, получить доход вот здесь. Вводим капчу. 27 27 3 8. Подтвердим действие. Все, вот у меня на балансе стало 15 копеек. Я не знаю, вот здесь видите, я подтвердила, да? Но если не заходить раз в час, завтра посмотрим. Ночью же я не буду здесь сидеть. Как они будут? Вот. Ну, периодически надо заходить и подтверждать. Значит, далее что? Опускаемся. Здесь вы сами уже все прочитаете. Здесь как вот реклама. Она здесь, я смотрю, дорогая. Текстовая ссылка стоит 50 копеек. Стоимость за один переход. Вот. Что-то, я думаю, тут дорогая. Далее что здесь? Промо-материалы. Находится партнерская ссылка. Ну и баннеры. Далее что еще? Здесь вкладочка «Заказать вывод на Payeer». Минимальная сумма 1 рубль. Вводим сумму, номер кошелька, заказываем выплату. Так. История выплат, мои партнеры, настройки. Ну, здесь настройки, как бы, там пароль поменять. Вот. Ну, что здесь еще? А, увеличить доход есть вкладочка. Я, как уже сказала, сюда вкладывать я ничего не буду. Выбрать способ. Так, 120 рублей, если увеличивать. Типа. Так. Минус 50%. В общем, полсуммы. Они тут нам предлагают. Я же ничего не буду сюда вкладывать. Буду, как бы, без вложений. Пусть рубль накапает. Поставлю на вывод. Вот. Здесь у них предостаточно. Так что, чего и вам желаю. Потому что неизвестно, как он будет работать. Присутствие здесь наше не надо. Я думаю, без вложений можно и посидеть. Вот. Ну, вывод будем проверять, когда будет что выводить. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.